Выстава Виктора Альшевского у областным мастацким музеем Павла Масленникова выкликала великую цікавость публики. На открытие приехали гоноровые гости и собралось шмат людей. Виктор Альшевский назвал свой арт-проект «Кропка притягнення» у гонор года Малой Радимы, як уродженец Могилевщины. Урачистое открытие арт-проекта у Могилеве отрымалось шматлюдным. Подается, что коридор Могилевского мастацкого музея ледь-ледь здолел уместить усих, кто жадал побачить неординарное мастацтво Виктора Альшевского. Могилевская публика имкнулась побачить на своей вочи широко анонсованную Вавилонскую вежу, уникальный арт-объект. И, конечно, эта вежа, она уникальная тем, что мастак тут увасобил у все сусветное мастацтво. И частка этого света, конечно, Беларусь. Для того, как сбудовать вежу, потребились высылки целой команды под керавництвом мастака и скульптора Владимира Каноника. Моя вавилонская вежа, и я называю Могилевская, она не то, что повинна научить, она повинна, ну, как бы, раскрыть философию каждого человека. Каждый человек про яе повинен разуметь сам себе, потому что практично вавилонской вежи, так называемой духовной, складены все намагания и почути цивилизации Земли. Гэты арт-объект называют знаковой подзеей у год Малой Радзімы. Важно, что человек, отрымливая вот именно крыницы натхнения для своего мастацтва за своей Радзімы, переносит это у свою творчество, и позднее, дякуючи этому, люди, которые живут как у Беларуси, так и поза межами Беларуси, могут познакомиться с тем, что сегодня является собой сучасное выявленчее мастацтво. Сам мастак шмат добрых слов указал про Могилевщину и про яе талиновитых людей. Але все ж таки у арт-проекту вежи есть інший философский и историчный сенс. Мы частка нечего большего и стоим на подмурку великой человечей цивилизации. Потому что разваливались миры, разваливались цивилизации. К счастью, выживал человек. И все-таки не единство, а борьба противоположностей, а, наверное, все-таки развитие, вот эта вот спираль вот этой башни, которая в ней есть, показывает, что, видимо, это единственный правильный и верный путь. Илона Иванова, Александр Артемьев, новини региона.